Eu dacă aș avea trei ochi, cred că aș reuși să-i privesc pe fiecare în parte. Pentru că, drept în fața ochilor mei, am camera. Iar pe jos, în aceste momente, și aș vrea să arătați cadrele, avem trei. Eu știu că voi vedeți numai doi. În aceste momente, aici, alături de mine, sunt Marc și Matei, Kiril. Iată-i partea ailaltă. El și-a găsit acolo ceva de lucru. Să știți că pe acești flăcăi, de un an și șase luni, i-am cunoscut cu vreo săptămână în urmă, atunci când în parc ne-am întâlnit. Și exact în ziua aia vorbeam despre că noi trebuie să facem o emisiune cu tripleți și zic, ia uite, vezi întâmplarea ce face să vină, vreau în aceste momente să o invit pe mama, Elvira, eu nu știu cum reușește femeia asta să se uite după toți trei, o să aflăm chiar acum. Salut! Bine ai venit! Kiril, e Kiril, așa? Matei, pardon, gata, i-am botezat. E supărat, înseamnă că în partea asta la noi este Kiril și Marc. Marc și Kiril. Voi îi deosebiți? Da. Voi îi deosebiți? Da. Atunci când am aflat că, de fapt, acești flăcăi s-au născut și au fost, de fapt, concepuți pe cale naturală, da. Mie nu mi-a venit a crede. E chiar real. Da, da, da. При том, что у нас в роду ни у кого даже близнецов нету. Для нас это был шок. Я плакала два дня. Și nu ți-a spus la prima ecografie despre acest lucru? Nu. La câte săptămâni ai aflat că sunt trei? 12 недель, когда мы пошли на второе УЗИ, когда делают, узнают, есть ли синдром Дауна. Это был вечер, мы были последние. И нам сказали... Сначала начали смотреть, позвали еще одного доктора. Ты испугалась? Да, мы очень сильно испугались, что что-то не то. И доктор говорит, вы знали, что у вас трое? Здесь трое. А я говорю, да нет, у нас один ребенок, не может быть, посмотрите еще раз. Нет, он сказал, что да, трое детей. Мы пошли после этого еще на УЗИ, еще смотрели, чтобы удостовериться, так ли это. Да, трое. Uite, erai cu soțul la, da, la ecografie. Da, da. N-a leșinat niciunul dintre voi. Nu, но был момент, когда доктор сказал, обычно их или двое, или четверо. Я лежала, смотрела на мониторы. И он говорит, давайте, может быть, где-то есть четвертый, давайте посмотрим. И тут я слышала только вот такой звук. И я подумала, главное, чтобы меня муж не бросил. Потому что действительно... Ты думаешь, что один ребенок, идешь и узнаешь, что их трое, а возможно и четверо. Da. Și ați trecut amândoi peste șoc. Da, da. Atunci când ați anunțat părinții voștri, ei n-au zis că e o glumă. Нет, я сквозь слезы по телефону маме пыталась что-то сказать, она испугалась, что что-то не то, но когда я сказала, что их там трое, она меня поддержала, родители мужа тоже нас поддержали, ничего, поднимем, все, не бойтесь, все будет хорошо. Они нас очень поддержали, благодаря им. Браво! Uitați-vă la acești băieți, nici nu știu care este primul, care este al doilea, sunt plus-minus la aceeași înălțime, da, și la aceeași, da, greutate. Da. Ai născut prin cezareană, da, sau prin naturală? Da, prin cezareană. Prin cezareană. Da, da. Și la câte săptămâni? Pentru că oricum tripleții sunt mai greu de dus. Da, 35 недель у нас была запрограммированная операция. Все прошло на удивление легко. Все было просто супер. Pentru tine, momentul când a trebuit ca tânără mamă să apuci copiii în brațe. Doi, hai că-i apuci. Да, Петриля. Честно сказать, я первое время, за счет того, что я была после операции, я увидела детей на третий день. Я видела их только на экранах телефонов, потому что я не могла спуститься к ним. Они были в отделении для новорожденных маленьких, прематурно называется. Да. И я увидела их чуть позже уже, то есть их все и потрогали, и покормили. И потом я спустилась, покормила я и держала по очереди. И так до сих пор. Натурал, сау... Да, да, да. Первые 5 месяцев у нас было и так, и смесь, и грудью, то есть мы смешивали. Браво, ай реушит апропи норма де 6 луни да. Са ле офер копиилор, да. Ку тате ка, им да сема, ка тоц плангеау плюс-минус одата. Да. Кум да, са и да. Пуй, кын пе уну, кын пе алту? По чуть-чуть постарались, одного успокаивали. Ну, муж всегда был рядом, муж взял отпуск, ему постоянно первое время был рядом, бабушки, дедушки, все помогали, ну... Acum, cum vă descurcați? Câți sunteți? Когда-то я, до года, я легко могла оставаться одна. Одна с ними, вообще это была не проблема.
после года, после того, как они начали залазить во все шкафы, пытаться залезть на окно, на столы, стало труднее. У нас есть бабушки, у нас есть помощницы, иногда приходят, когда ну совсем тяжело. А так, справляемся своими силами. Да, pentru că i-am văzut pe ambii în parc, v-am zis, și atunci când ies la plimbare, cel puțin momentul când noi am văzut și toți copiii din parc, wow, ustrei, cumva reacțiile astea foarte des le întâlniți. 90% проходящих людей, кто-то говорит, вы молодцы, sunteți браво, постоянно мы это слышим, либо просто улыбки, либо подходят к нам. Sau приверди мило, мити, три, дата. Особенно нас понимают родители у близнецов. Ага. То есть я с двумя еле справляюсь, что вы делаете с тремя? Это так происходит. Expresia de soacră cu trei nurori, deja ți-o porți de la, da. Primul, de la prima, da. Sarcină. Da. Uite, băieții sunt foarte activi. Da, mega. Иногда я не могу даже отойти выпить воды на кухню, потому что это... Либо они стоят под дверью и вот так стучат мне в дверь, плачут под дверью. Невозможно вообще от них отойти. Да, așa, ну, dacă с băieții vor atenție maximă, да. Totuși, ai nevoie de pauză, pentru că mințile cum rezistă? Dumnezeu, dacă îți dă trei copii, Dumnezeu îți dă și răbdare, cred, da, că, da. să-i poți crește. Da. Seriile, cum au loc adormirea copiilor? Очень легко, что в обед, что вечером их приучили. Вечером они засыпают с бутылочкой молока у себя в кроватках. Если не засыпают, их любимое место у нас на кровати, много подушек. Они ложатся, их можно просто погладить. Хай, ридикайте фрумосуле. Аколо ной авем шфири, де ла камере. Боецы старые энтузиазмати де телефоне. Кам целес ка ле плаче технология. Да. Da, ei în câteva zile au să devină director sau asistent aici de platou la noi. Pentru mamele care au, iată, trei copii, sau poate au primit și ele vestea că urmează să aducă pe lume trei copii, ce sfaturi le-ai da? Sau cum să fii o mamă așa zâmbitoare cum ești tu? Не знаю, наверное, режим помогает очень хорошо. Когда ты детям создаешь режим, чтобы они... У меня они первое время вообще не спали в одно время. То есть до года один засыпал, двое не спали. Этот проснулся, заснул следующий. Это было очень тяжело. Практически у тебя не было времени свободного. Но мы их приучили, чтобы они кушали в одно время, спали в одно время, засыпали в 9, в 9:30. Я знаю, что дети у меня засыпают. Режим. Очень помогает режим. Тогда ты можешь планировать свой день и знаешь, что после 9 ты можешь выйти даже в город куда-то, сделать свои дела. Хотя бы в магазин сходить. Макар атыта. Плимбарили. Плимбарили сунт греле. Потому что, малеса, кому сезону рече, пына им пиуну, пына лымбрач, транспирши, ешь дисбраката дин каса, да, Петрей? Кумаре лок имбракаре? Анстратур, петот, сепарат? По очереди. Кого поймала, одела колготки, следующему обула. Все вот как... Папа у нас не выдерживает, и надолго его не хватает. Потихонечку, где-то бабушка приходит на помощь, дедушка тут помогает. Ну, пока выйдешь, говорят, что с одним ребенком выходишь и уже не хочешь гулять. С тремя мы выходим и в парке делаем так. Стал тот стрей, да. Куменчор. Și mă bucur că ați reușit să ajungeți astăzi, pentru că atunci când a zis, băi, ești tare activ, ce o să facă ei acolo? Zic, le găsim noi de lucru, cam asta s-a întâmplat. Îi vedeți cât de frumoși, cât de bine cresc deodată trei frați și ți-ai luat de-o grijă. V-ați luat de-o grijă. Ați făcut așa dintr-un pușcător. Și o să fie mari și o să vă aducă fete. Și am devăcicu adnă, noi ăsta уже посмотрим попозже. Mai vrei? O fată, da. Mai vreau o fată încă! Wow! Dar nu ți-a fix fie două? Да, есть такой, есть возможность, потому что слышали, что у тех, у кого первые были близнецы, потом узнавали, что опять близнецы. Но это, наверное, самый большой страх. А после трех воспитать одного ребенка, это... Да, да, да. Адика, după три боязда, как мои наштинка удастся, мои крещ. Да, как ну и фат.
Все, останавливаемся. Вă opriți! Vă opriți la patru! Bravo! Iată ce înseamnă curaj și dăruire, pentru că e nevoie de foarte multă dăruire. Nu doar de bani e vorba, dar de vorba de atenție, de dragoste, să ajungi la fiecare, pentru că ai doi de vârste diferite și parcă ți pare că nu le dai destul timp sau nu acorzi timp, dar aici trebuie să te împarți la atâția copii. Cum să nu fiți de ochi? Alpiniști în platou la Vâlgad!